Рады приветствовать вас на нашем канале, дорогие зрители. Сегодня мы сообщим вам отличную новость. 16 марта на канале Домашний состоится премьера нового сериала «Весна свела нас с ума». По сюжету сериала 15 лет назад Максим и Алина были влюблены друг в друга. Но нелепая случайность надолго разорвала их связь. Девушка покинула родной город, утаив от кавалера, что беременна. Вскоре она родила девочку, но врачи сказали ей, что ребенок появился на свет мертвым. Случайное свидание Алины и Макса пришлось на вечер встречи выпускников. Нормально поговорить им так и не удалось. Женщина ненадолго вернулась в родной город, а переночевать ей предложила одноклассница Татьяна. Планы корректируют неожиданный телефонный звонок из детского дома, где Таня работает. Исчезла одна из воспитанниц, Соня. Пока идут поиски пропавшей девочки, подруга рассказывает Алине драматическую историю, которая имела место около 15 лет назад. Молодая женщина родила дочь, но счастья материнства ей испытать не довелось, поскольку врачи сообщили, что малышки не стало сразу после родов. После сурового удара судьбы девушка попала в больницу. Вскоре главврач того родильного дома стала фигурантом уголовного дела. В сложившейся ситуации никто разбираться не стал, а младенца отправили в детский дом. У Алины появляется зыбкая надежда, что ее ребенок жив. Героиня готова со всех ног броситься искать пропавшую девочку. Но подруга советует сперва все тщательно проверить, чтобы исключить досадные ошибки. Да и Максиму было бы неплохо все рассказать. Премьера сериала состоится 16 марта. Если вам понравился мой обзор, ставьте лайк под видео. Приятного просмотра!